Не с торжественной линейки начнется новый учебный год для большинства школьников Подмосковья. Исключение – ученики 1-х и 11-х классов. Присутствие родителей возможно, но только в маске. Социальная дистанция обязательно для всех. Этот год не будет легким, уверена заслуженный учитель России, ветеран педагогического труда Гильда Бот. Но система образования Одинцовского округа справится. Я вот к родителям обращаюсь, чтобы проявили побольше терпения. К учителям то же самое. И терпения, и мудрости. Все наладится. Я в этом абсолютно уверена. Работа на опережение. В подмосковных школах делают все для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Первый раз в первый класс, только со справкой от педиатра. Составлен график прихода учеников в образовательные учреждения, чтобы потоки не пересекались. Заслуженный учитель России говорит, не менее важен и моральный настрой. Психологически, в первую очередь, нужно быть готовым, особенно имеющим опыт работы. Потому что первоклассник он никогда не будет. Но он будет волноваться больше всех. Он завтра встанет раньше мамы. Все учителя и воспитатели Одинцовского округа перед началом учебного года сдали тест на COVID-19. Ни одного случая заражения выявлено не было. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Легче всего справиться.